Всем привет! Вот это мы уже зашли на территорию зоопарка города Хосмер, да? Купили вот такой вот билет, тикет. Написано Erwachsener, Preis 5. Это взрослый, цена 5 евро. Вот на территории такой памятничек. Первым мы зашли вот в этот стеклянный павильон. Там очень жарко и очень тяжелый воздух. Аллигаторы, бегемот. В общем, все теплолюбивые. Но находиться, конечно, тяжело. Сейчас пойдем вот подальше. Всем привет! Это зоопарк в немецком городе Хосмер, да? Это, наверное, одна из самых главных здесь звезд. Вот такая вот львица. Такая грозная, красивая. Наверное, ей не нравится, что мы ее покой нарушаем. Вот такая большая у нее здесь клетка. Есть где разгуляться, старые деревянные, лапами дерет, ногти точит. Ну, сейчас у нее вот такое же настроение. Как же тебя зовут, львица? Вот такая большая у нас львица. Любит подрать старое дерево. Gott sei Dank. Pussy, 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 Kätchen. Bist du nicht Musikkatze? Bin ich eine Musikkatze? Ja, dir tropft schon das Zahnfleisch, ich sehe schon. Ходит, наматывает себе аппетит, километр. Вот такой красавчик. Он...
вот такие вот каменные скалы сделаны. А вот какой красавец. Вот это кошечка.